У нас на самом деле хоть и мало осталось, но как бы и много в то же время по этой херне. Я думаю, мы быстро справимся с этой темой всей. Так, здесь у меня попаду подушка, я понять не могу. Ну, скорее всего, здесь подушка, чуваки. Бля, мне, ну, блядь, у меня уже этих подушек просто пиздец вообще. Боже мой. На самом деле, ребят, я поймал на такой мысли, что какой кайф, бля, я сдал сессию. Мне никуда не надо ходить, типа. И мне надо только, хотелось бы запускать стримчики, знаете. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Опять бухой? Что, долбоебы, что ли, блядь, пятилетние? Какой бухой? А ну не бесите меня. Идите, мол, смотрите. А то опять, блядь, опять опилки на разбан будем смотреть, будем. Там будет. Ну я думал, он бухой, блядь, написал 2000 раз. Ну просто думал, он не заметит. Ну, точнее, заметит, блядь. О, хэппи, хэппи. Смотри-ка. Так, короче, у нас подушка, это хэппи-хэппи смайлик, да, по-моему? Есть такая вещь. Есть у нас и пакет здесь какой-то. И ночная маска. Да, или что это вообще такое? Да, по-моему, маска. Что, найдите ее тоже, да? Нифига себе, упакован аккуратно, стрелочка. Ну, конечно, он чем-то пахнет. Правильно, да? Типа здесь ушки. Вот так, да? Ну, короче, в целом можно даже использовать маску для рта. Ну ладно, не можно. Ну, я попытался, по крайней мере. Я хотел сказать, нихуя не видно, когда я одел. Ну, дурак, ну, дурак. Пошла теперь сама готовится. Да что, куда готовится? Все, сиди здесь. Так, и что это такое? Шмотки, что ли, какие-то? Regret is forever. Блин, ребята, упаковка посылана. Ой, посылка упакована неплохо. Так, это у нас конверт, я надеюсь, с деньгами. Я надеюсь, здесь пара тысяч лежит. Типа такой донат реальный, в реальной жизни, да? Что это? А, здесь посылка напечатана, записка. Меня просто обозвали лохом. Ну ладно, спасибо большое, все равно приятно. Приятно, когда такие люди обзывают лохом. И что это такое? Ебать, ребят. Слушайте. Ну так-то это дорогая штука, по-моему, насколько я знаю, да? Я просто не знаю, насколько она оригинальная. Интересно, блядь. Интересно, блядь. Слушайте, а как узнать? 4К вроде. А, да? Но оно внутри, по-моему, приятное. Пальмангелс. Ну, здесь написано Mostom Original, поняли? Типа, ну, скорее всего, оригинал. Да? 3XL размер. Хотя по размеру не скажешь. Давай надену. Ну, давай, 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 давай. 4К не деньги. А когда 4К деньги были, блядь? Для нас сразу 500 тысяч деньги, что ли? Это оверсайз. Не, ну так-то плотно смотрится вот эта татуировочка даже. Внутри ничем не пахнет. Так. Ну давай посмотрим, что это. Palm Angels. Ну блин, она мне типа как раз, по-моему. Нифига себе. Еще одна черная кофта в мой гардероб. У-ху! Так, они чисто. Ну да, там. Ну да, я сдал ОГЭ на 5. И что, малая? Ну типа просто перестань мне завидовать, окей? Я вообще ушел после 7 класса на повара. Да, Я окно открою чуть-чуть.
Блин, привык, что лобашку запинаюсь каждый раз, а в итоге теперь не запинаюсь. Такс. Слушайте, а вот так вообще уже полностью образ, да, с татуировкой? Вот и так вот, и вот так. Уже полностью образ сочетается. Бля, неплохо. Интересно. О, Казпочта, ребят, с Казахстана посылка. 900 килограмм весит, по-моему. Как это открыть, ёбаный брод? Так, ну я открыл, по-моему. Как я в коробке достал коробку? Что это? Я вообще как сейчас это сделал? А, мне просто отправили посылку с коробками или что по ней? Армани, бля. Нихрена себе, а что мне не за... Ну мне просто отправили посылку с коробками, блядь. Ну спасибо! Привет, хорошего стрима хочу пожелать и сказать, что когда я сдавала устное собеседование, привет, это было очень легко, и нам даже сливали текст по всем вариантам, поэтому... Но это в любом случае очень легко сдать, так что удачи всем. У меня, знаете, что про сливы, блядь, не ведитесь на сливы, знаете, что у меня было? У меня тоже ОГЭ типа слили, обществознание. Ну, на обществознание вообще никто не готовился, нахуй. И слили прям за 10 минут до экзамена обществознание, там кто-то пронес телефон, смотрим, короче говоря. Вот, там говорят, бля, походу вот вариант, вот ответ, все начали писать быстро на руках, на ногах. Все ответы неправильные, просто все, блядь, вообще, просто все неправильные. А я думаю, да как-то, а я тоже начал списывать, короче говоря. И думаю, ну чисто логически, а я списывал прям вообще несмотря на задание. И что-то в один момент случайно прочитал задание, думаю, ну бред вообще ответ, вообще не так, вообще не Б. То есть это либо А, либо В, но вообще не Б. И начал все перепроверять, и потом уже методом вот так вот дошел до того, что это... Привет, Ванёк, я долго думал, что тебя отправить, решил, отличная идея, нарисовать тебя на холсте. А, у нас рисуночек. Ну давай, ой, посмотрим. Ой, шоколад казахстанский, чуваки. Слушайте, проба казахстанского шоколада. У деда была квартира в Казахстане, когда еще это было СССР, мы дали квартиру в Казахстане, как, ну, как, типа, он вот это, во время Великой Отечественной войны, там ребенком был, там что-то ему во время, вот, типа, дали вот так вот. Я ездил в Казахстан каждое лето, ну, наверное, с 7 лет, ой, 6. И вот я в Казахстане не был... С тех пор, как у меня бабушка и дедушка умерли, наверное, тогда я последний раз ел вот этот шоколад. Я сейчас заплачу. Воспоминания. Шучу, я вас наебал. Ну, в смысле, то, что плакать не буду. Вот. Так, ну да, прикольно. Реально флешбэк, но. Так. Вкусно. Ну, сами вкусно. Просто поняли, я не понимаю прикола горького шоколада. Объясните мне. Ты можешь налить кипяток, чай.
Можешь не добавить туда сахара. И можешь ты пить чай без сахара, горячий, с шоколадом. Он тает у тебя во рту, классно, короче говоря. А вот этот прикол в чем? Для ебланов? Для гурманов? Блять, ибо два понятия коррелирующих, да? КЗ, горький отстой. Он полезный. Чего, блять? Что? Какой полезный? Чё ты несёшь, шоколад и полезный? Горьком сахара меньше чисто какао-бобы. Горько шоколад имбанный чингейт. Я спросил, в чем прикол. На спай закинули. Иу. Под губу вот так. Бля, закинули. Бля, классно. Классно, спасибо большое. Давай посмотрим картину, которая прибыла к нам из Казахстана. Ваня, казахстанская фабрика. Беловоздушный батраха, наверное. Ну, воздушный, хуюшный, это уже, знаешь, это реально для гурманов, блядь. Просто есть вкусный шоколад сладкий, есть не сладкий, если не сладкий, хуйня полная. Миленько. Братва, это довольно миленько. Это вот арт был такой классный. Ну, довольно миленько. Мне нравится киндер, молочный ломтик и даф, шоколад. Даф, если орик найти, очень вкусный. Так, тает во рту, пиздец. Спасибо большое. А кто такой Диппинс? Шли какой-то черный человек. Классно. Классно. Мило, спасибо большое. И спасибо большое. Что происходит? Эй, ребята, у меня после живота болезнь. Так что, когда я рыгаю, пожалуйста, ставьте смайлики вот такие, типа, блин, молодец. Умница, что рыгнул. Потому что, ну, иначе чуваки вообще мог не выжить из такого. Иди нахуй. Ну, попробовать стоило. Блин, кстати, уже наработался навык. И мне опять надо за посылками идти, кстати говоря. Рак желудка. Чё, придурок, блядь? А ну сплюнь. Гугли чаще болезни. Чихнёшь, бля, правое ноздрю, у тебя будет рак внутри полости ноздри. Неизлечимый. Меньше сидеть в интернете. Дурак. Ебать, упаковка прикольная. Нихрена себе, как будто в Америке подарили посылку. Что это такое, бля? Ну всё, 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 ребята, я не рыгаю. Уже не рыгаю, уже не надо. Смотри. Мазелов, тебе таки отправляют? Лалка тупая. Иди дальше в метро катайся, лох. Так, и как это открыть? Блин, не понимаю, что это, как это открывать? Раньше, держи мне на правую ушко, пожалуйста. Блин, не могу, я не могу, я только естественно это делаю. Ой, это первая посылка, которую я открыл, не порвав коробку. Так, ну давай посмотрим. Опять зачем-то, зачем бумага эта? Ух ты, на желтом. Здравствуйте, Иван, сразу приезжаю. Буду обращаться на вы, не обессудьте, это все сугубо из уважения. Вот так надо ко мне обращаться, а не как вы в чате, блядь. Понятно? Здравствуйте, Иван. Сразу предупрежу. Буду обращаться на вы. Не обессудьте, это все сугубо из уважения. Так, ну посмотрим. Сейчас посмотрим. Иди нахуй. Бля, ребята, обижайте меня сейчас. Лопалка. Асмара. Блять, поняли? Так пиздак скрижется от этого. Офигеть, здесь все посылки такие, ребят. Очень классно. И здесь еще здесь киндер сюрприз. Вот так. Мерчик. Холодный? А почему холодный? У меня встал, чё, дебил, сука, дурной. Палёный.
Паленый киндер. Чуваки, не спрашивайте, как я научился определять паленый, не паленый шоколад, паленый, не паленый пеппер. Если не умеете, то живите так дальше, блядь. Вам же лучше. Меньше знаешь, крепче спишь. А то потом не можешь есть непалёные. Ну, всё равно большое спасибо. Еще пакет зачем-то. Иван Валентинович, идите нахуй. Спасибо большое. А зачем столько пакетов разных? Иван, идите нахуй. Досаживайте. Все, последний надо было. Нет, неуважительно. Спасибо за 100 тысяч рублей. Так, интересно, что здесь у нас. Ух ты. Вибратор. Что это? Так, а у меня есть отвертки и вся эта поебень. Только вот где, я не знаю. Это типа микрофон, это типа слоумо. Так, ну мне нужен пульт. Здесь нужно две батарейки. Блин, это опять все убирать надо будет потом. Самая маленькая коробка, батарейки, отвертки. Нихуя не так это. Так что у меня есть одна здесь батарейка. А второй нету. Хочу. Блять, да где же батарейки-то? Ну тогда ладно, где пульт-то? А, вот пульт. Все, тихо. Не пиздеть. Ой, блядь, в посылке сказали есть. Чё? Да не, нету, вряд ли. Я не верю. А, чуваки, она большая. Нахуй эта батарейка вообще нужна? У тебя друг Диппинс? Посылка от меня, распакую маленькую коробку посылки. Нет, все, я уже делаю, как делаю, отстань. Надо было раньше говорить. Не работает. Все, отстань. Паленый. Паленый вибратор. У тебя все не работает. Да все неправильно, потому что сделано. Как-то у меня может не работать. А что вот здесь есть посылка? Че еблан сразу, чуваки? Ну реально, че еблан сразу? Не отзывайтесь. Ну, чуваки, вот след уважаемый человек все-таки каких-то другая, правильно? Не борщите. Угу. Ну ладно. Охренеть, это полароид из фотографии, а как-то. Ебать, прикольненько. А как это возможно вообще? Полароид из... Интересно, наверное, сфоткали на телефон, да, получается? Классно, классно. Это что такое? Скрю-драйвер. В отвертку подарили. Блядь, чуваки, а можете подарить что перфоратор по-братски себе вчера? Если прям вообще совсем не сложно. А здесь пальчиковые батарейки и жирные батарейки. Охренеть. Бля, вот это подгон. Мне просто вообще не выхожу в магазин за этими штуками. Ой. Так, съесть, достал. На батарейках написано ГП, ребят. Ну, не работает все равно. Ой, бля. Здесь их три, ебать, прикиньте. Еще в центре одна. Охуеть вообще, как я должен был догадаться до этого.
А зачем такой херни три батарейки, ребят? Да ёпта, я опять неправильно всунул. Да ну боже мой, блядь, плюс-минус. Так, сверху плюс. Это минус у меня. Вот это плюс. Блядь. Вот это плюс. Вот это минус. Видишь, минус, да? Угу. О! Ура! Ну а для чего еще она? Классно, спасибо за батарейки. И за безделушку. Где мой дом? Вот это че? О, нихрена себе, рок-гитара. О, да-да-да-да-да-да-да, рок-гитара. Вау, вау, да-да-да-да. Ой, блядь, случайно сломал. Короче, какой-то лютый фанат Леди Бага суперкотов. Вот я вам что скажу, ребят. Потому что, ну это фол рок-н-ролл. Это полный рок-н-ролл. Ой, здесь уже батарейки есть, хрена себе. А почему не во все игрушки батарейки сразу делают, интересно? Скупые, что ли, все? Что происходит? Я ничего не нажимаю. Отстань. Да! Убегай, давай, ди... ну бля, как там? Убегай, давай, дыши, плюнь на эту жизнь, мимо этажи, похуй ты летишь. Ну же расскажи, да? 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 Yeah! Упало чуть-чуть. Чуть-чуть упало. Немного. Блять, ну и куда ты пропала, батарейка? Чуть-чуть упала. Похуй. Ну, спасибо за это тоже, конечно, кстати. Спасибо. Thank you very much. Thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Бля, ребят, мне 20 лет, а вы мне дарите такие подарки, чтобы потом делать эдиты, типа, блядь, я сказал ему 20 лет, блядь, а вот так себя ведет, блядь. Так, все, последняя посылка, самая тяжелая, 1 000 000 килограмм весит, это она. Бля, ребят, так-то я сейчас на дрипе сижу, блядь, в Пол Мэджин с татуировками. Это у нас из Сыктывкара, бля, прикиньте, посылка. Адрес сказать? Да? Улица Пушкина, дом Калатушкина. Клянусь, так и написано. Да ну как это каждый раз открывать? Я вообще не разбираюсь. Что это?
Ручная стирка? Не, бля, я не смогу ручная. Не выкручивать при отжиме. Сушить на горизонтальной поверхности. Гладить на кухне. Температура. А, на низких. Ебать. Спасибо, что ты есть. Это такой небольшой подарок от души. И чисто, что Свитер будет так рад. Спасибо большое. Утюг, что это? Ребята, не знаю, что такое утюг, честно. Какой-то тяжелый-тяжелый свитер. Дырявый. Ручная работа сделана с любовью. Ой, ебать, ты сейчас похож на Дозая. У меня тут на пузе уже красная складка такая, что типа я засиделся. О, щит, рекучит. Блин, он колется, ребят. Бля, как будто бабушкин. О, подходит под комнату. О, блин, подходит под комнату, блин, нифига себе, о, блин, нифига себе, о, блин, 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 нифига себе, о, блин, о, блин, 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 нифига себе, о, блин. И вот так вот нахуй, бам. Внук бабушкиной подруги. Все, ребят, посылки закончились.